Сборная «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» сегодня вернулась с отборочного турнира «Летние спартакиады «Газпромнефти» среди команд предприятий блока разведки и добычи. Сегодня своими достижениями они поделились с родными, близкими и просто друзьями. Гордиться, к слову, есть чем. Среди сотен участников наши спортсмены показали более чем достойные результаты. Футболисты, к примеру, завоевали золото. Мы на этот результат и надеялись, потому что все-таки ребята уже играем и в чемпионате России первые. Поэтому, в общем-то, запрограммировано. Это была победа, то, что все нам удалось, это здорово. И теперь мы будем готовиться уже к чемпионату, к летней спартакиаде «Газпромнефть», с которой будет в Сочи в июне месяце. Мы отошли от спартакиадного подсчета очков и в каждом виде разыгрывались отдельные программы. Ну, в отличие от футбола, мы еще выступали в баскетболе мужском и в женском, и в мужском баскетболе, где соответствующий результат у волейболиста второе место, а баскетболисты заняли почетное четвертое место.